Пиздец там же ебаная. Короче, сейчас будем ставить шифтер за место штатной кулисы. Принести тебе её? Да не, не надо. Давай, поболтай. Можно обратить внимание на возможные люфты. Там здесь просто все умерло уже. Там он тоже. Видно, все это болтается. Так что, любители колхоза, попробуйте, колхозьте. Можете хоть удлинять до того момента, пока у вас кардан не перепилится штоком кулисы. Но это не избавит вас от лишних люфтов. Вот так вот. Итак, ребят, первый прототип установлен на BMW E30, вот, тип первый, вот, и, блядь, ебучее слово, вот, блядь. Так и так, продакшн. Да. В общем, всем привет, установили первый прототип на BMW E30, тип 1, и сейчас хотел бы показать, как переключается коробка передач с этой кулисой. Ну, в общем, это первая, нейтраль, вторая. То есть все переключения абсолютно четкие. Третья, четвертая, пятая. Ну, это, соответственно, задняя. Также можно... Блин, я уже затянул здесь все. Ослабить, приотвернуть, вот, допустим, на такое расстояние укоротим ход, берем ключом, просто укорачиваем ход кулисы, все укоротили и смотрим, насколько у нас стала система короче переключаться. То есть все движения, все переключения абсолютно четкие, без всяких люфтов. Все по фэншую. Заметь еще про кардан. Что не вот, кардан не цепляет. Там можно хоть его до максимума просто вывернуть. Пофигу будет. Кардан, не кардан. Ничего цеплять не будет. Как-то так. Всем пока.